Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно, что вы собрались в такой прекрасной дружной компании поддержать своих детей, поддержать своих друзей, близких, знакомых. На самом деле это очень здорово. Я хочу сказать, что все, кто выходит на эту сцену, и все, кому предстоит выйти на эту сцену, прошли большой и долгий путь. Я бы сказал, этот путь обозначил когда-то великий политик, общественный деятель, мудрейший человек, который боролся за независимость Индии очень много лет. Махатма Ганди сказал: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, ну а потом вы побеждаете». Вот так танцует, это слишком круто.